Как сделать летние каникулы своего ребенка незабываемыми? Этим вопросом задаются все любящие родители. Мы предлагаем вам всей семьей отправиться в культурный центр имени Льва Николаевича Толстого в Железноводске. Здесь вы можете весело и с пользой провести время. Больше всего на свете дети любят сказки. Участники интерактивной программы «Сказки Льва Николаевича Толстого» узнают, какие бывают сказки, что выбирал Толстой для детского чтения, в какие чудеса верил он сам, когда был маленьким. А затем и взрослые, и дети смогут примерить костюмы сказочных персонажей и почувствовать себя настоящими актерами. Вы только представьте, в какой восторг придут ваши дети, увидев папу в костюме водяного или маму в образе медведицы. Теперь чтение книг, заданных на летние каникулы, не покажется им скучным занятием. Взрослые посетители культурного центра тоже смогут пополнить свой багаж знаний, ознакомившись с экспозицией из фондов Государственного музея Льва Николаевича Толстого, посвященной жизни и творчеству великого писателя. Детвору не оставит равнодушным зал, посвященный истории старинной почтовой станции, в здании которой находится культурный центр. Атмосфера XIX века царит и во дворе музея. Время словно остановилось. Почтовый дилижанс ожидает своих пассажиров, мирно пасутся лошадки, в тени старого ясеня отдыхает извозчик. Двери культурного центра имени Льва Николаевича Толстого открыты для вас ежедневно с 10 до 18.00. Выходной день – понедельник. Если вы хотите стать участником интерактивной программы по сказкам Льва Толстого, просим бронировать билеты заранее.